Итак, продолжение. Едем на серьезном автомобиле. Бифазик, якорь тут есть. Что-то еще. Огнетушитель, алюминий, люк, лапландеры, 42-е трактора. Очень комфортно, мягко идет. Вообще. Хорошо подвесочка настроена. Так, тут тренируются организаторы с кузовом этим уже целый день. Так, ДТП реально. Пилот десятки в шоке. Ему страшно. Так, уезжай, уезжай. Пониженную включи. Так, как там пилот себя чувствует? Доехал ли? Да, идет уверенно. Да, понравилось ему, видно. Не хочет вылазить. Я вас узнал. Проскочил. Так, разгон. В обратном направлении. Чуть не проехал, ну, сейчас лебедка. Так, ну, программа пока хаотична второй части. Ну, так, секундомер, на время даже пошел, крыло там. Там сзади экипаж потерял. Блин, крыло потеряли. Слышишь, куда-то он исчез вообще там почти. Так, разворачивается. Ну, красиво идет. Финиш. Надо убрать машины лишние здесь на финише. Так, Нива, Шевроле. Тут проходное. Назад сложнее. Да. Недалеко заскочила. Гран дальше прошел. Да, присел. Так, пилотов убрали, чтобы уравнять шансы. Так, Suzuki Jimny и вас 21-10. Быстро идет. Да, тут борьба идет.
болотом в основном. Интересно. Ну, туда просто, на обратном пути как будет сейчас. Так, самурайчик. Всегда интересно. Чуть не проехал. Да. Чуть не проехал, Андрюха. Чуть-чуть подлебедились с якорем. И пролетел. Самурай сила. Давай, давай. Вот помощь. Вот помощь, Андрюха. Андрюха пошел. Все. Чуть только не проехал. Только свалился. Подлебедились. Вот куда я попал. Вова, что тут происходит? Андрей, смотри, ситуация на ручейке. 4 машины в одно время. Номер... Алло, Антон, ты меня слышишь? Хорошие места. Все, стоп. Идет, идет. Шикарный салон. Просторный. Давай, давай его, если что, оставим. Он на ступом стоит. Не остынем и полнится. Ну, назад. Давай назад. Это не имеет значения. Там по себе ручеек не получает мест, он просто добавляет время в общий за счет нахождения на трассе в космосе. Опусти ребят, спасибо. Да, все застряли, называется, после обеда. Поели хорошо. А тут хорошая глина такая, жуткая. Такой какой-то чернозем. Посмотри, что бизон творит. Тащит дефас. А не, оно вниз, если даже оторвется. Полетит вниз. Нива что-то вообще... Вообще не заводится. Перед собой. Да, тяжело тут. Да, что-то не заводится, подсел или аккумулятор, непонятно. Мотор свежий, только собрали недавно. Или вчера чуть ли не поставили. Проскочил. Ух ты, блин, как он зашел. Это жесть вообще, какой-то хаос, это да? Это поросенок такой. Какой-то хаос такой, поросенок, да, везде, смотри, а тут этот, а тут бизон зашел. Короче, надо на крышу мне идти, наверное. Слышь, все сидят, говорю. Тут двое, там один. Да ну оно глина, блин. Так, Ниву все-таки пытаются подтянуть. Надо отъехать, Вова, на лебедку нагрузка. Да бешеная. Я 20-тонник у тебя. Я понял, но тут... Не заводится? Так, мы в танке. Я не успеваю. Так, очередная попытка. Ну, блин. Просто Нива. Просто прилипло. Женя, скажите этому хлопцу.
Так, ну идет по чуть-чуть, но тяжело. Якорь еще сзади нас зацепили. Нива. Так, трос порвали. Твой порвали, ихний? Спасибо, что все хорошо. Ихний трос лопнул, да, жестко. Вы только на заднем. Женя! Женя, держи. А чем там держат? Чем? Ниссаном. Ну тащи, ну свой трос, тащите, прицепите на крюк. Да, внизу, да и все. На тему разорит. Давай своим, да. Так, выматываем на полную. Трос после феста коротковатый получился. 4 машины ждем. Так, попытка очередная. Стягивает якорь. Жесть. Это серьезный коллектив. А что это с... Это иномарка какая-то.